Одесский черноморец вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона. На базе клуба в Савиньоне был представлен новый главный тренер Константин Фролов и его ассистенты Константин Балабанов, Андрей Глущенко и Роман Кожуховский. Старшим тренером молодежного состава назначен Андрей Ущаповский. Его ассистентом будет Андрей Телесненко, который параллельно продолжит работу в селекционном отделе. По словам Фролова, задача моряков весной – сохранить прописку в премьер-лиге. Зимой одесситов ожидают два сбора в Турции. На первый из них команда отправится 16 ноября. Запланировано 12 товарищеских матчей. Среди соперников – казахстанский «Иртыш», румынские «Политехника» и «Виетарул», азербайджанский «Сабаил», македонский «Вардар» и болгарский «Дунав». В то же время экс-наставник черноморца Олег Дулуб, возглавивший белорусский «Батэ», пока не подтвердил информацию об интересе капитану моряков Кириллу Ковальцу.